Клопотливые, отказные и самоотданные женщины. Сегодня в Гомельской городской клиничной больнице номер 2 с надоходящим святом меньшевали тех, кто носит гоноровое звание «шмодетная мать». За урошистостями назирала Ганна Каральчук. Віншаванні матуль у родильных домах – довольно звиклая традиция. Представники улады громадских организаций наведывают больницы штогод на розные святы. Але на гэты раз подарунки и теплые слова адресовали не пациенткам, а супрацовницам установы. Урачи, санитарки, акушерки и медсестры – жанчыны, якія кожны день допомагают іншим на первых кроках материнства и сами гадуют нескольких детей. Медсестра гинекологичного отделения Алена Сівец и Вогеля узнагороджена орденом мати. У нас большая семья, у нас 6 детей, сын уже взрослый один и 5 дочерей. Мы с мужем вдвоем, у нас были небольшие семьи, двое детей, где воспитывался, и у него, и у меня. А почему так решили, что хотите большую семью? Ну, даже в начале нашей семейной жизни не было таких убеждений, но со временем как-то произошла переоценка ценностей в жизни и решили, что это счастье, что наша жизнь в детях. Наверное, у нас такое учреждение, которое помогает готовиться к материнству, помогает выносить малыша, помогает родиться малышу, помогает впервые, а может быть и не впервые, стать матерью. Поэтому у нас такое специфическое учреждение, куда, наверное, и тянутся многодетные мамы работать, которые любят материнство, любят детей, любят становиться матерями. Віншаванне ад профсоюза атрымалі больш за 35 супрацоўніц клінічнай больніцы номер 2, якія гадуюць трохі больш дзяцей. З падарункамі да ўрачыстасцяў далучыўся і Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. Дарэчы, учора ў грамадскім аб'яднанні падвялі вынікі рэспубліканскай арт-эстафеты «Слова першае ў жыцці», прысвечанай Дню маці. Уже падвялі ітогі рэспубліканскага конкурса, і 4 чалавека з Гомельскай області оказались в числе лучших. Любой желающий мог принять участие, это предоставить фотографию со своей мамой, рисунок своей мамы, стихотворение для мамы. И сейчас уже именно в праздничные дни мы поздравляем своих мам. Наши ребята, которые писали стихотворение для своих мам, выступают на сцене с этими стихотворениями, фотографии мы публикуем в социальных сетях. Напередодні Дня Матери активисты БРСМ проведут больше за 70 мероприятий в Гомельской области. Віншаванні отримают скаля 2000 женщин, шмадзетных матей, женщин ветеранов войны и працы, ведомых спортсменок, дзеячаў культуры и мастацтва. Ганна Каральчук и Грамарышченко, телерадиокомпания «Гомель».